Доброе утро! С вами Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Сегодня я хочу рассказать вам, как я подняла себе настроение с помощью просто упражнений, когда готовилась к записи видео. Это я делаю несколько буквально упражнений для речевого аппарата, чтобы размять и расслабить челюсть, мышцы и на лице, я имею в виду, и записать видео, чтобы это было проще говорить вот с помощью, ну, эти упражнения мне, по крайней мере, помогают. И я сейчас с вами поделюсь. Сегодня я сделала это просто перед зеркалом, глядя на себя. Раньше я так не делала, и это мне уже помогло поднять свое настроение, повеселиться. Я даже рассмеялась, глядя на себя. Итак, первое упражнение – это мы делаем губки в трубочку, собираем и растягиваем в улыбку. Итак, делаем следующее. Вот, и так делаем, ну, минимум 10 раз, моя рекомендация. Ну, а так смотрите, как вам по ощущениям, может быть, еще надо. Могут быть даже такие болевые ощущения, это хорошо наоборот. Следующее упражнение то же самое, но растягиваем в открытую улыбку. Тоже делаем минимум 10 раз, можно больше, уже смотрите, как вам удобней и хочется, может, еще больше, да? Следующее упражнение – это уколы в щечку. Делаем это достаточно быстро, но с усилием, так, напряжением. То есть можно сначала начать медленно, а потом ускориться. И это хорошо тренирует язычок. Дальше упражнение. Это мы делаем круговые, массируем десна, так сказать. Сейчас я покажу, как. То есть и в одну, и в другую сторону. И язычком мы прикладываем усилия для того, чтобы вот по всему кругу чувствовалось что язычок давит вот и на губы, получается, внутренняя часть, и по десенкам, да, и вот это тоже улучшает кровообращение, в общем, это поможет вам лучше настроить свою речь и обладать своими вот частями тела, которые мы используем в своей речи. Вот, и когда я делала перед зеркалом, глядя на себя, меня это просто рассмешило. Это, ну, весело. Это с утра сразу вы делаете и тренируете для себя свой речевой аппарат на весь день. И плюс ко всему это позитив, просто с утра вы сами себя можете посмешить. Вы практически кривляетесь, и это помогает относиться вот с легкостью к таким моментам, выглядеть как-то по-другому, как-то по-дурацки, может быть, не быть суперкрасивой в этот момент, а просто быть собой, быть разной, быть смешной, и это классно. Чего я вам желаю? Желаю вам найти свои инструменты, свои фишечки, которые помогают вам настроиться на день, быть радостным, радоваться каждому моменту, и еще самое главное, смеяться над собой. Это всегда полезно. Относиться ко всему с юмором. Чего вам желаю. Итак, с вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов. Живи на яркой стороне. Я знаю и ты знаешь. Ты можешь это сделать. Начни это делать прямо сейчас. Все. Пока-пока. С вами была Татьяна и полная практика прощения с Green My Life и Ярослав Мудр-Воронцов.